Всем привет, срочное включение. Сын прибежал с самбо. Так, надо срочно что-то приготовить. Я решил забабахать быстренько пиццу, такую двойную получится. Сюда все намажу. Соуса всякие разные. Вот, мексиканский кетчуп, как же без него. Соус сальса. Немножко мазика лупану. Так, оливки. Остатки со стола еще оставались новогоднего. Так, сырцо пущу. Еще даже такого пущу. Сыра. Янтарный, воронежский. И самое главное, что я буду делать, еще пускать в пиццу. Это вот, получается, готовили люля-кебаб. Вот две штучки осталось. Я как раз туда нарежу. Ну, если вдруг не хватит, еще колбаски салями пущу. Так, все, начинаю делать. С соусами я уже все обмазал. Бегом-бегом, как говорится. Этот люля-кебаб тоже нарезал. Все два. Так, Сережа здесь ходит, дежурит. Салями, короче, уже тут подрубает. Давай-ка украшай, салями бери. Хотя ладно, давай-ка я сначала положу оливки, потом украшать будем. Давай, все. Так, Сережка будет сверху накрывать. Салями, давай-давай. Ты же хочешь кушать? Давай быстрее. И аккуратней. В общем, смотрите, я, получается, потом сверху насыплю сыра. Покрошу и накрою вот этой крышечкой. И получится такая шапочка закрытая, как будто двойная пицца будет даже. Хорошо. Вот. Все, ладно, давай тогда все. Потом получается. Сейчас получается еще. Накрою крышкой и поставлю только не в духовку, а в микроволновку. До готовности, наверное, минуты 3 будут готовиться точно. Но это довольно-таки быстро. А коржи у меня уже заранее там были обжарены. Я их покупал по 22 рубля. Просто они остались у меня в морозилке. Привет, ребята, приятного аппетита. Сейчас Сережка будет пробовать эту пиццу. Решили мы ее назвать все-таки фиеста. По-испански это вечеринка называется. Вау, вечеринка, потому что сегодня будет праздник для живота Сережкиного. Давай, пробуй. Там я положил салфетки аккуратней. Разваливается аж, вау. Вот это громадина. Как кусать? Надо было все порезать. Давай, раскручу ее. Ёлки-палки. Ладно, измажешься, ничего страшного, потом вилкой будешь кушать. Я потом попробую. Ну, это мощно, да, Сереж? Угу. Вообще сочная пицца. Хорошо. Надо было, этот, как его, папе, порезать чуть поменьше ее. Так, ладно, я тоже попробую. Так. Ну, давай этот кусочек сцеплю. Так, ребята, еще раз всем приятного аппетита. Так. Опа, вообще бомба. Для фиеста. Вечеринка для живота. Я тоже еще падаю. Сейчас, попробую-ка. Нормально скрепко держать. Обведение. Сколько баллов из 10 даешь? А можно все миллион? Все миллион можно. Спасибо, что высоко оценил труд повара. Угу. Всем, ребят, еще раз приятного аппетита, кто есть вместе с нами. И всем пока, до новых встреч. Так, где всем пока? Пока.